«Мама, я попала в ДТП, отдай все деньги курьеру». Звонок примерно такого содержания поступил накануне пожилой паре из Иркутска. Мошенники убедили их расстаться со всеми накоплениями, а это около 350 тысяч рублей. Неизвестные представились сначала дочерью, а затем сотрудником полиции. Якобы родственница спровоцировала аварию, пострадала сама и покалечила другого человека. А деньги нужны, чтобы откупиться. Говорит, у меня повреждена губа. И это ребра, сейчас мне надо идти на перевязку, это пострадавший, требуется операция, где-то стоимость обойдется в 1 200 000 рублей. Я говорю, что мы не в состоянии сейчас такую сумму собрать. Сейчас полиция разыскивает курьера, который забрал деньги у пенсионеров. Однако, как показывает практика, чаще всего главные выгодоприобретатели бессовестных афер оказываются за пределами региона. Полиция призывает граждан проявлять бдительность.